Ну и очередные телевизионные новости от автостопа. Новости хорошего толка, кстати. Появилась новая партия Супротека. Тот разошелся очень быстро, потому что популярностью пользуется, знаете ли, эта смазка, которая превышает все аналогичные российские и зарубежные показатели. И Супротек появился в новой коробочке. И, соответственно, мы решили кое-что проэкспериментировать. А именно, Супротек для автоматических коробок передач. Для этого мы взяли, как всегда, свой любимый ненаглядный Ford Taurus и сейчас попробуем его залить. Супротек поменялся в дизайне. Почему? Ну, потому что опасаются производители подделок. Но Супротек неподдельный вы можете приобрести только здесь, в боксе Форсаж. Как ни странно, но нанотехнологичные вещества существуют уже сейчас и реально работают. А вот процесс внедрения этой технологии в, казалось бы, древний автомобиль. И, о чудо, Супротек заработал в автомате, сгладив и без того мягкое переключение. А бокс Форсаж переключился на праздничные 50% скидки на замену масла и рабочих жидкостей. В минувшее воскресенье мы вот проезжали и посмотрели вереницу машин. За ней поехали и увидели, как до боли знакомые машины с номерами 252 и 111 творят чудеса. Это же ваши машины? Это наши машины, это просто ребята больные на гонках. Из-за этого они постоянные участники. Они, ну, с позапрошлого года еще друг с другом соревнуются. Так вот до сих пор не могут определиться, кто кого. Хотя двигатели практически разные у ребят. Ну вот, потихонечку, по ночам один ковыряется, днем другой ковыряется. Ну и какие новости от бокса Форсаж? Я знаю, что вы сейчас занимаетесь не только тюнингом, ремонтом автомобилей, но и еще. Ну, мы немножко расширились, в плане мы сделали жестяно-сварочный пост, там же у нас покраска, потому что надо на что-то деньги зарабатывать, чтобы заряжать машины, готовить.